Сейчас мы рассмотрим с вами пробник фирмы The History Of. Это Camellia Moisturizing Oil. Давайте поищем объем. Здесь он, к сожалению, не указан. По нашим данным, в ампулке 1 мл масла. Давайте посмотрим на него. Такое жиденькое маслице. Так, на ощупь. Не сильно маслянистая, такое что-то среднее между водой и маслом. Я нанесу небольшое количество на кожу, даже еще добавлю, так как оно очень быстро впитывается. Нет жирности после нанесения, кожа увлажненная, очень мягкая, такой приятный аромат цветов. Наверное, это все-таки камелия так пахнет. Очень приятно. Масло быстро впиталось, нет липкости, нет жирности, как я уже говорила. Очень приятная кожа после него остается. Пробник предоставлен для обзора сайтом bbkorea.com.ua.